Добрый день. Вы ищете, как избавиться от темных кругов под глазами? Ну, я врач-фитотерапевт Борис Качко, вас прекрасно понимаю. Знаете, что такое темные круги? Как появляются темные круги под глазами? Они появляются очень просто. Когда в организме повышается вязкость крови, вязкая кровь не может циркулировать свободно по сосудам. Она расширяет подкожные сосуды, и вы видите появившиеся темные круги. Если в вашем организме это эпизод, если вы понимаете, что после темных кругов вы должны дать своему организму отдых, дать ему восстановиться, они исчезли, все отлично, ну вы вне зоны риска. Если темные круги под глазами у вас регулярно появляются, задумайтесь. Высокая вязкость крови равно высокий кардиологический риск. То есть риск внезапной смерти от остановки сердца. Либо где-то не выдержат сосуды, если у вас возраст немножко другой. Как правило, если у вас темные круги под глазами присутствуют регулярно, вы знакомы с таким диагнозом, как ВСД или НСД. То есть веет сосудистая дистония или нейроциркуляторная дистония. Они описывают гипоксию в различных зонах головного мозга, когда нарушается система оценки окружающей среды и система регуляции работы внутренних органов. У вас появляются то страхи, то тревоги. То не хватает воды, то не хватает воздуха. У вас появляется то агрессивность, то наоборот апатия вплоть до депрессии. Неважно, каким образом ваш организм реагирует на эту ситуацию, он вам показывает. Лечите кровь, измените вязкость крови. Вязкостью крови у нас управляет один орган, это печень. Именно она способна восстанавливать нормальную вязкость крови после любого вида стресса. Будет стресс физический, эмоциональный, химический, электромагнитный, несущественно. Любой из них увеличивает вязкость крови, и после любого из них могут появиться темные круги под глазами. Поэтому косметическое лечение – это здорово, но самое главное – вы должны помочь своему метаболическому мозгу. То есть, если вы восстановите печень, я на эту тему написал много книг, одна из них «Что делать, если у вас есть печень?», тут описаны основные условия работы печени, как ей помогать, как обеспечивать ее работу, а она уже ответит вам хорошей работой, обеспечит ваш организм всеми питательными веществами, заодно и будет контролировать вязкость крови. Если вам необходимо лечение организма по частям, то есть вы будете лечить отдельно то страхи, то тревоги, то депрессии, то темные круги под глазами, ну, лечитесь. Если вы хотите это лечение провести комплексное, для того, чтобы, изменив состояние печени и крови, вывести свой организм на другой уровень активности, на другой уровень работоспособности, обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко направлено на улучшение работы печени и устранение многих проблем печени, в том числе и темных кругов под глазами.